Вот видишь, все на одну руку положила. Вот, вот, держу одной рукой. Одной рукой даже снимать умудряюсь. И вот тут смотри, что у меня сейчас происходит. Просто, просто тут войти будет невозможно. Просто. Вот смотри. Вот я сейчас открою, ты мне говоришь пересыпать. Сейчас посмотришь, что тут будет происходить. Эх. Девочки. Ну вот смотри. Вот это возможно что-то пересыпать здесь? Вот смотри. Ну да. Всем приветики. Всем приветики. Да, и вот ты сейчас посмотришь, смотри, как будто тут они летают быстро. Голова кружится аж от них. Да. Так, вот как это ставить? Теперь телефоном снимать и ставить. О-хо-хо. Ага, вот ты видишь, что происходит? Тут съемка вообще. Тут просто невозможно ничего снять. Подождите. Подождите. О, вот это раз... И вот попробуй ты им что-то насыпи. Вот ты посмотри, что тут делается. Просто кишма. Тихоленько. Иди сюда, сынок, я тебе вторую туда. Сюда вот ставлю. Иди, тут самые такие курочки организованные кушают. Вот здесь вот. Да, вот еще одну ставлю. Вот. Вот. И сейчас Чевчик подойдет. Иди. Боже мой, вы что, дура? Гулять куда пошел? Куда гулять ушла? Ты посмотри, пиздану. Ой. Ну, короче, одна ушла гулять. Упустили мы курицу-то. Иди домой, дура. Куда тебя понесло-то? Понесло-то тебя куда? Подскользнулась на льду. Молодец. Ну вот, видишь, что тут происходит? Вот, вот что тут происходит? Да. И вот смотри, как у нас тут чисто. Ой, какие у нас тут стены шикарные. Вообще. Видишь, вот это без единого гвоздя, что называется, построили. Нигде цемента, нигде мы не применяли. Тут вот прям... Вот такая красота, вот так вот, даже до потолка. Окошечко открытое, можно открыть всегда. И здесь вот так вот у нас. Все, не влезает в кадр. Вот так вот. Видишь, какая красота, смотри. И вот идеальная чистота. Максим сегодня, ой, Максим, господи, Вадим. Вадим сегодня тут красоту наводил. Ну, пошли за яйцами, что там тут сделали. Есть, не естественно, стали хуже. Не знаю, с чем связано, свет или что. Но свет вроде всегда одинаковый. О, нет, много наложил. Нет, нет, много. Яичков много. Ладно, посчитай, потом тебе скажу. Все, конец связи.